Здравствуйте, меня зовут Илона, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вам предлагаю приготовить замечательное, очень вкусное блюдо, называется Shepherd's Pie. В переводе с английского это означает «пирог пастуха». Странное название, не правда ли? Дело в том, что 17 марта здесь, в Соединенных Штатах Америки, будет отмечаться ирландский праздник – День Святого Патрика. То есть этот праздник сам по себе, он не такой значительный, и на самом деле он ирландский, но здесь, в Соединенных Штатах, его отмечают очень широко, народными гуляниями, все одевают зеленые. Вот видите, я одела зеленые тоже. И люди радуются, смеются, устраиваются песни, пляски, звучит народная ирландская музыка. И вот я как раз с вами хотела поделиться этим рецептом, потому что это самое-самое популярное ирландское блюдо, готовится очень просто, легко, очень вкусное и понравится абсолютно всем членам вашей семьи. Итак, Shepherd's Pie. Замечательный рецепт. Нам понадобится... одна луковица, нарежем ее мелко или среднего размера, как вам больше нравится. Картофель. Подробный рецепт будет под видео в описании. Нарежем картофель. Для экономии времени нарежем, чтобы он быстрее сварился, и поставим его варить. Тем временем поджарим лук, нарежем морковь и тоже будем жарить. Жарим, добавив растительное масло, минут 5-7. Затем добавляем измельченный чеснок. И продолжаем жарить. Огонь средний. Постоянно помешиваем. Что нам понадобится? Нам понадобится мясо. Я использую говядину. Также хорошо делать из бараньего фарша. Очень вкусный получается Shepherd's Pie. Я покупаю говядину без гормонов, без антибиотиков и на 100% ту, которая питалась травой. Добавляем фарш к поджаренным овощам, соль, черный молотый перец. Затем немного муки, через несколько минут фарш должен поджариться, ну, тоже минут 5 примерно. Томатную пасту или любой соус, который у вас есть, либо стакан воды, либо стакан куриного бульона. Все перемешиваем. Также будет... замечательно, если у вас есть уорцестерширский соус, вы можете его добавить, если его нет, ничего страшного. А затем травы, розмарин и тимьян. Еще раз, я буду описывать подробное количество ингредиентов под видео. Картофель готов, добавим кусочек сливочного масла. А в поджарку из мяса и из овощей добавим горошек и кукурузу. Это примерно после 15 минут поджаривания овощей и мяса. Еще минут 5 подержим на огне нашу поджарку. Тем временем в картофель добавим яичный желток, соль, перец, сливки. Если нет сливок, можете добавить молоко. Тщательно размешаем наше пюре. Разогреваем духовку до 400 градусов Фаренгейта или 200 градусов по Цельсию. Приготовим блюдо для запекания. Желательно, чтобы оно было высокими бортами. Поджарку из мяса и овощей поместим в блюдо. Затем аккуратно распределим сверху картофельное пюре. Надо его очень аккуратно распределить, чтобы оно распределилось, во-первых, равномерно, во-вторых, края постараться им запаять, чтобы не выкипало содержимое. Иначе блюдо будет непрезентабельно выглядеть. Можете разровнять вот такой лопаточкой, как у меня. И для украшения я буду использовать паприку. Нанесу ею вот такой рисунок. Вы можете нанести любой рисунок, который вам нравится. Ставим духовку на 30 минут. И через 30 минут наш Shepherd's Pie готов.
так легко и просто, очень вкусно, очень аппетитно. Я надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я желаю вам всего доброго, поздравляю вас с наступившей весной. С вами была Илона. До новых встреч. Пока!